Вчера пришла посылка, такая коробочка. Не мог понять, что это. Думал, акшн-камера. Стал разбирать. Ну, решил посмотреть, что там. Где-то увидел слово. MicroSD. И понял, что это колонки. Заставили их курьером. Не колонки, а наушники. Заставили их курьером, но что-то шли они как-то не очень быстро. 11-го заказал, сегодня уже, ну, через 2 недели они пришли. Ну, в принципе, не знаю, для кого как, мне долговато. Упаковано достаточно хорошо. Должно быть еще 2. А точно, 2 коробки. А, скотч-то намотали. И много-много пупырки. Не буду я пупырку раскромсать. Вот. Такой коробочки. Ссылку на них дам в описании. Они недорогие, но, судя по отзывам, очень хорошие. Я детям заказал. Они не ходили в этих. Вкладыш, который ломается постоянно. Вот так. Вот такого они вида. О, даже здесь вот эти вот все наушники в опышках. Они беспроводные. Здесь хлюпают. Так, проводок-зарядник, а шнурок? Вот шнурка нет, шнурок у меня тут был другой. Потому что у детей плеер, они будут на плеере слушать. Так, я померил, вообще четко. Держатся они на ушах просто замечательно. Ну, в принципе, они могут и не только слушать плеер, могут еще и себя на телефонах. Так, тут можно вставлять его, кстати, карту памяти, как я понял, компьютеры работают. Так, как они включаются? Ну, они еще разговаривают. Так, включил. Сейчас найду телефон. Тут еще инструкция есть на английском языке. Тоже неплохо. Сейчас я попробую по Wi-Fi его поймать. И по Wi-Fi еще же все время. По Bluetooth. Все, подключил. Прилился он как LPT-660. Он там тоже сказал даже. Сейчас я попробую послушать. Как это будет у нас? Ну, лежат они на голове очень хорошо. Только у меня такое ощущение, будто я заказывал черный. Ну, не знаю, надеюсь. Так, сейчас подключим что-нибудь классическое. О! И, кстати, звук неплохой. Довольно-таки. Кстати, жена оценила, очень, говорит, хорошие. Ей звук понравился, буду еще... Ей закажу такие. Тут еще пульт управления. Тут то, что пульт. Такие переключения. На этим пользоваться не буду. Сейчас попробую послушать не по Bluetooth, а напрямую. Интересно. О, он что-то сказал. Так, сейчас. Ну, напрямую тоже идет. Наушники рабочие. Отлично. Просто шедевр. За такую цену. Такой коробочки подарочной. Положу детям это под елочку. Там написано, указано, что они порядка 6 часов работают без подзарядки. Эти наушники, я не знаю, насколько они заряжены пришли. Ну, все работает. Вот так у меня получилось. А, сейчас посмотрим ту коробку, какие там наушники.
Ну, какие наушники? Они такие же. Еще заметил здесь. Такая резиновая штучка, она очень удобно к голове прилегает. И можно увеличивать. Да, размер головы. В принципе, так и должно быть. Все, складываю, убираю на балкон и под елку. И сейчас пойду делать заказ. Жена попросила. Она послушала, ей очень понравился звук. Кстати, она очень любительница классической музыки. Да не только. Вот все. Такие же беленькие, ну ничего страшного. Таким же набором зарядником. Уже здесь зарядников полно. Все. Заходите по ссылочке. Кстати, заходите на... Там первая ссылка в описании будет, EPN сервис. Там можете получить, купить товар со скидкой. Ну, с этой скидкой, которую дает сам сервис. И не пожалеете. Всем удачи.